Сегодня мы с вами на пятой лекции в рамках шести лекций о компьютерных науках. И тема нашей лекции – искусственный интеллект и робототехника. Вместе или раздельно? Лекция продлится примерно 1 час 20 минут. Если у вас будут какие-то вопросы, то у нас к вам большая просьба задавать их сразу же по ходу и желательно задавать голосом. Можете Прям, ну, спикеру в середине лекции прям спрашивать его о чем-то. Если у вас возможности голосом задавать нет, то тогда пишите в чат, их буду я озвучивать. Но лучше писать прям по ходу, и у нас Константин будет отвечать, как будет возможность. Вот, и в конце еще раз мы спросим, остались ли у кого-то вопросы в конце лекции. Ну что, тогда я думаю, что да, запись у нас будет. Запись этой лекции, как и всех остальных пяти лекций, будет выложена на наш YouTube-канал на следующей неделе. Вот, так что подписывайтесь и также всем, кто зарегистрировался, список со всеми ссылками на все записи лекций будет разослан на электронную почту. Ну что, в таком случае, думаю, можем начинать и я передаю слово Константину. Да, спасибо всем, добрый день, слышно меня, хорошо? Отлично, все. Тогда начинаем. <как> Мои слайды будут на английском языке, говорить я буду на русском языке. Если что-то непонятно, то спрашивайте прямо по ходу. Или если все понятно, но просто хочется спросить, то тоже спрашивайте. Значит, будем сегодня говорить про искусственный интеллект и робототехнику. Меня зовут Константин Яковлев. Я мое основное место работы это Российская академия наук. Я такую всю сознательную жизнь занимаюсь наукой, исследованиями и так далее. По совместительству работаю и преподаю там, в ряде вузов, в том числе в Высшей школе экономики. Ну и моими основными научными интересами являются, если смотреть широко, то как раз вот искусственный интеллект и, возможно, его какие-то приложения в робототехнике. Если смотреть более узко, то... Это автоматическое планирование, планирование траектории, многогенной системы и так далее. У меня есть сайт, вот здесь страничка, сайт страничка, есть адрес на слайде. Там есть все мои контактные данные. Если, опять же, кто-то заинтересовался этой темой, и тут есть там студенты и хотят писать какие-то курсовые работы, дипломы, то всегда можете через этот сайт там, на меня выйти написать письмо, я откликнусь. Ну и личная страничка на сайте Высшей школы экономики, естественно, у меня тоже есть. То есть кому проще искать личные странички на сайте Вышки, там достаточно удобно все это сделано, тоже милости прошу. Начну, пожалуй, с главного вопроса, который все задают всегда, когда вот слышат как бы, такую тему, да, но с такой темой, когда у нас значит, ученые изобретут терминатора с искусственным интеллектом, который поработит человечество. Вроде смешно, но на самом деле э, всегда этот вопрос возникает, поэтому давайте я сразу как бы на него отвечу. Э, вопрос, конечно, риторический, но давайте все-таки я попытаюсь. Вот, э, Конечно же, мы живем в такое время, когда очень часто мы видим где-то в средствах массовой информации, ну, в основном в интернете, конечно, в онлайн-медиа, там на YouTube, ролики, вот как слева на слайде показано, да, где вот такой человекоподобный робот от Boston Dynamics делает какие-то крутые штуки, значит, вот как здесь он прыгает и делает сальто назад, приземляется, в общем, Глядя на это, действительно уже хочется, значит, поднять руки вверх и с криком, значит, сдаюсь, куда-то бежать. Да? То есть очень сильное впечатление производит. С другой стороны, нужно понимать, что а, есть же, есть же и обратная сторона реальности. Вот справа точно такой же робот, как как и слева, вот выполняет какое-то простое задание. Ему нужно положить коробку на стол. Что-то идет не так чуть-чуть, и значит вот как бы вот результат, да, он он упал. И я как человек, который достаточно много провожу экспериментов в том числе с реальными роботами, я, конечно, понимаю, что вот справа это гораздо больше похоже на реальность, чем то есть картинка справа. Давайте вот я тут перемотаю, где она у нас заканчивается, да, вот такая, значит, лежащий на полу робот, вышедший из контроля, из-под контроля, это гораздо более частое явление. То есть то, что мы видим какие-то классные ролики, это очень большой вопрос на самом деле. Сколько попыток э, ушло у создателей этих систем управления этих роботов, чтобы это все так классно записать раз, и как это будет вести себя их э, их системы, их роботы в реальной жизни, это еще очень 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 большой вопрос. Но опять же приведу такой какой-то пример из такого личного опыта. В 2015 году, то есть относительно не так давно. Э, было очень большое соревнование человекоподобных роботов, которое организовывалось агентством DARPA. Это агентство в США, организация, которая действительно очень много соревнований делает, таких высокотехнологичных. И вот они делали соревнования по человекоподобным роботам, но им нужно было этим роботам пройти по какой-то неровной поверхности, открыть дверь, зайти значит, внутрь какого-то помещения и так далее. И, соответственно, в этом же году я ездил в институт в Корею, где, разработали, ну, где разрабатывался робот на тот момент, который стал победителем вот этого соревнования. То есть, можно сказать, что это, наверное, самый продвинутый человекоподобный робот был вот в 2015 году. И, конечно же, мы, вот он здесь справа показан на картинке, здесь видите два, значит, на картинке два таких человекоподобных субъекта. Один из них человек – это я, другой, значит, это робот вот этот самый. И, конечно, мы попросили его показать, мы с коллегами попросили показать у создателей, как же вот он справляется с этой задачей ходьбы по неровным поверхностям. Потому что это очень сложная задача для вот э, такого типа роботов. И вот в реальном времени показываем, как это происходит. Да? То есть, значит, вот он одну ногу поставил на неровную поверхность, долго-долго думает, что же ему дальше делать, соображает, значит, заносит вторую ногу и почти падает, но тут вот есть корейские значит, студенты и аспиранты, которые возвращают его в какое-то такое близкое к вертикальному положению. И вот, вот этот ролик, это я вам могу сказать 99,9% того, что происходит в робототехнических лабораториях. То есть есть 1%, когда все классно получается, сальто, прыгается и замечательная получается на ютюбе картинка, но очень много на самом деле за кадром стоит вот такой вот работы. Поэтому, конечно, вот отвечая на вопрос о том, когда же значит, эти роботы с искусственным интеллектом нас поработят, ну, я могу только развести руками, как-то не знаю, что на него ответить. Давайте я лучше спрошу у робота. Вот есть российская компания Промобот, которая производит вот таких вот роботов, которые показаны справа на экране. Они в основном используются в каких-то выставочных залах, в магазинах, чтобы подсказывать людям, где что находится и так далее. Я вот у такого робота просто просто и спросил, когда значит, изобретут терминаторы, которые переработят человечество, давайте послушаем, что он мне ответил. Это, повторюсь, просто я зашел в магазин, где стоит этот промобот, и спросил. Так, включаю запись со звуком. Надеюсь, звук вам будет слышен. Если вдруг не будет слышен, то пингоните мне, я, так, я, я сообщу. Так. Так, звука. Кто-то пишет в чат. Вот. Ну, не знаю, было ли слышно вам или нет, я задал вот этот вопрос, и ответ очень простой – когда хочешь. Поэтому вот если вас, значит, интересует вопрос, когда ученые создадут этого робота, когда, когда хотите, тогда и создадут. Вот, окей. Но следующий вопрос, который требует пояснения, всегда тоже, когда речь заходит про именно интеллектуальных роботов, э, это вопрос такой, что а искусственный интеллект и роботы – это вообще одно и то же или нет? Э, почему? Потому что Опять же, вот в массовом таком сознании э, у нас есть такая картинка из фильмов, э, про, вот этот фильм там Терминатор, скриншот здесь взят, что вот э, как бы робот, искусственный интеллект это что-то вот прям одно целое такое. Но правильный ответ, конечно же, нет. Вообще это разные, на самом деле, сферы деятельности сферы науки, сферы техники. Между ними есть пересечение. Мы про это пересечение чуть попозже поговорим. Но достаточно легко привести как бы контрпримеры, чтобы просто осознать, что это действительно не так. Что это не одно и то же. Но вот первый пример, который я всегда привожу, все вы, наверное, видели, значит, уже или даже сами управляли какими-то коптерами, то есть это такие вертолетоподобные беспилотники, которые обычно используются для там фото-видеосъемки. И обычно, если мы видим вот такой коптер где-то, то достаточно посмотреть там по сторонам, повертеть головой, и мы увидим, что на самом деле есть человек, оператор, который полностью этим роботом управляет. Да? То есть у нас летающий робот есть, то есть вот, как бы, вот, вот он робот, да, он имеется, но говорить о том, что этот э робот является там хоть сколько-нибудь интеллектуальным, не получается. Почему? Ну, потому что это просто фактически такая радиоуправляемая машина в текущий момент времени. Вот. Ну, и есть обратный пример, значит, например, вот Google переводчик, да, или там Яндекс переводчик и как бы и так далее. То есть мы там голосом или в компьютере вбиваем какую-то фразу и соответственно компьютер нам переводит то есть никакого робота нет а вот этот э, перевод автоматический значит осуществляется автоматический перевод это такая задача которая традиционно относится к искусственному интеллекту поэтому мы можем утверждать что вот у нас здесь искусственный интеллект работает э, а робота никакого нет то есть действительно достаточно легко привести вот эти вот несколько примеров, чтобы понять, что это как бы разные понятия. А, Но ну давайте все-таки подумаем. Вот здесь мне нужен будет от вас интерактив, поэтому включайте микрофоны, я не знаю, пишите в чат и так далее. Давайте вместе с вами попробуем как бы понять, а что делает робота интеллектуальным. Да, то есть какие у него должны быть отличительные свойства, что он должен уметь делать, чтобы мы могли сказать, что, ну, наверное, вот этот робот интеллектуален. Как вы думаете? Так, анализ окружающей среды вижу. Так, должен уметь анализировать. Ну... Так, работа с человеком посредством языка, близкого к естественному, тоже очень хороший ответ, мне нравится. Выполняет свою задачу, Т классно, да, это прям не в бровь, а в глаз. Давайте еще что? Обучение, самообучение. Окей, ну в принципе, да, тут достаточно делать то, что человек не может. Достаточно много. Уже ответов получено. Давайте, значит, как бы не будем тут дальше играть в какую-то угадайку. Вот основные такие отличительные особенности, которые обычно исследователями вот в этой области и профессионалами в этой области значит, считаются отличительными маркерами роботов, которых можно назвать интеллектуальными. В принципе, в той или иной форме вы назвали эти особенности. То есть первое ⁇ это автономность. Это вот то, что было сказано. То есть нужно выполнять задачу в... без управления со стороны какого-то оператора. То есть без управления со стороны человека робот сам что-то делает. Конечно же, этого недостаточно, потому что ну, мы знаем, что куча роботов и робототехнических систем стоит, например, на производствах каких-то, собирают они там машины, автомобили, я имею в виду, еще какие-то там сложные устройства и так далее. То есть они без человека выполняют свою работу, крутят гайки и так далее, но, значит, этого явно недостаточно. Что еще? Следующий пункт, который э, вот уже не подходит для этих индустриальных роботов, для большинства, по крайней мере, это адаптивность. То есть это способность менять свое поведение э, в зависимости от того, как меняется мир вокруг робота. Э, это как бы очень важно, потому что очень много существует э, ну, скажем так, жестко запрограммированных роботов, которые выполняют просто какую-то очень простую программу, как, например, вот индустриальный робот, в большинстве случаев у него забита жесткая программа, там поднять значит, гайку на высоту 10 сантиметров, закрутить на 10 оборотов и повторить все. Если, соответственно, вдруг он пока поднимает гайку и ее уронит почему-то, то, то значит, он будет крутить воздух и даже не поймет этого. Поэтому, конечно, адаптивность очень важна. И то, что здесь вот тоже было среди ответов, конечно, наверное, если мы хотим, чтобы робот был интеллектуальным, то он должен уметь взаимодействовать, во-первых, с другими роботами, то есть они коллективно должны уметь решать какие-то такие задачи, распределять между собой ответственность, работы. И так далее. И робот, наверное, также должен э, уметь взаимодействовать не только с другими железяками, но и с человеком. Э, почему здесь вот эти последние два пункта выделены? Я думаю, что многим понятно. Э, ответ такой, что для того, чтобы роботам взаимодействовать между собой, в принципе... Им не обязательно понимать человека. Они могут придумать свой какой-то язык ноликов и единичек, очень простой, очень зажатый, но ограниченный такой язык, и все будет хорошо. Они будут между собой взаимодействовать, общаться, все здорово. Но для того, чтобы общаться с человеком уже ноликов и единичек будет недостаточно, как кто-то тут говорил, нужно на чем-то похожем на естественный язык строить свою коммуникацию. Это тоже отдельная задача, сложная. Поэтому это вот как бы отдельный пунктик такой. То есть вот у нас получается такая матрешка из четырех особенностей. Конечно, можно там дать какое-то другое определение. Вообще это такая очень тема дискуссионная, всегда очень все спорят по поводу того, что такое робот, какой робот интеллектуальный или нет. Но у нас времени, значит, на это нет, поэтому мы просто сразу зададимся вопросом, а как же достичь, вот, вот мы знаем, что мы хотим, чтобы робот был адаптивным, автономным и так далее, как, как всего этого достигать? Ну и, в принципе, ответ вроде напрашивается как бы сам собой. Раз мы хотим роботы сделать интеллектуальным, значит, надо использовать там, искусственный интеллект. Да? AI, по-английски сокращение от Artificial Intelligence. Да? Что в свою очередь, на самом деле, тоже вызывает следующий вопрос, а что такое искусственный интеллект? Да? То есть, конечно, этот термин сейчас звучит из каждого утюга, он, этот термин, так же как и термин робот, робототехника, очень широкий, неоднозначный, существует много трактовок, но все-таки, да, то есть надо, наверное, нам по крайней мере, для целей этого диалога нашего с вами определиться, да, что такое этот искусственный интеллект. Ну и поскольку я, как уже сказал в начале, когда представлялся, всю свою сознательную жизнь занимаюсь именно научными исследованиями, у меня взгляд на искусственный интеллект, он такой академический, то есть в каком-то смысле может быть как бы зашоренный, Кому как, да. Но вот э, я подхожу к этому вопросу и считаю, искусственный интеллект это, конечно же, в первую очередь э, областью науки, да. То есть термин искусственный интеллект, как мы все знаем, он к нам пришел из академической среды. То есть его придумали не какие-то, значит, корпорации, бизнесмены, я не знаю, правительство и так далее. Его ввели в оборот исследователи. Э, вы знаете, я думаю, или многие слышали, то есть в 1956 году прошел первый именно академический семинар, когда этот термин вообще и появился. Конечно, были и до этого разговоры про что-то похожее и в научной среде, но вот именно принято считать, что дата рождения самого термина – 56 год. Вот. Поэтому для меня искусственный интеллект – это научная дисциплина, вот это написано вверху, и это дисциплина, которая изучает поведение интеллектуальных агентов. Есть вот такая каноническая книжка Стюарта Рассела и Питера Норвига, справа на слайде она показана, которая называется ⁇ Искусственный интеллект ⁇ современный подход ⁇ Она очень часто используется именно как такой учебник во многих технических вузах по введению в методы искусственного интеллекта. То есть такой вводный курс по искусственному интеллекту часто читается по вот этой книге. И у нее есть несколько изданий. Здесь на слайде изображено не самое последнее издание. Сразу говорю, второе только. Сейчас уже, по-моему, то ли третье, то ли четвертое есть. Не столь важно. Но вот у нее вот на втором издании прям был такой подзаголовок в явном виде. Значит, в правом верхнем углу. Вот я мышкой сейчас вожу. Надеюсь, вам видно. И написано, что это вот книга про интеллектуальных агентов, да. То есть искусственный интеллект. Это дисциплина, которая изучает поведение интеллектуальных агентов. То есть она занимается. Ее целью является создание каких-то методов, моделей, алгоритмов для того, чтобы вот эти интеллектуальные агенты, то есть искусственные устройства, они могли сами достигать целей, ставить этих, сами ставить эти цели себе в идеале, рассуждать, обучаться, ну и значит, все такое прочее. Интеллектуальный агент с точки зрения искусственного интеллекта – это такой, в каком смысле, сферический конь в вакууме, как его только вот не изображают. Здесь вот есть несколько примеров. То есть обычно просто рисует какую-то такую значит, непонятную сущность и две стрелочки. То есть есть некий мир, этот интеллектуальный агент живет в какой-то окружающей его среде, из этой среды он получает некую информацию, то есть он ее наблюдает, как-то ощущает и так далее, то есть идет поток информации э, к нему. Внутри происходит то, что по-английски называется deliberation, то есть это некие такие ну, процессы когнитивной переработки этой информации, этих наблюдений. И в конечном счете он выдает обратно некое действие, то есть он как-то действует, производит какие-то действия, которые этот окружающий мир меняет. Это вот такое как бы классическое понимание интеллектуального агента. Важно тут отметить то, что с точки зрения искусственного интеллекта, в принципе, все равно этот агент реальный или виртуальный. Поэтому его и изображают вот как... Я не знаю, как вот здесь справа внизу просто такой черный прямоугольник, да, то есть это может быть какой-то персонаж компьютерных игр, который полностью виртуальный, он живет в какой-то виртуальной среде, там какая-то придуманная физика своя, ничего общего с реальным миром не имеющая, и в принципе с точки зрения искусственного интеллекта это вполне себе достойный значит, объект для изучения, и, значит, внутреннего мы тоже можем поместить какие-то вот эти вот процессы, значит. Делиберативные. А может быть и что нас больше будет интересовать сейчас это может быть и реальный агент то есть например какой-то там робот который живет в том же мире что и мы с вами подчиняется тем же там законам физики и соответственно его действия меняют действительно мир вокруг нас да? а, соответственно что касается вот этого, этих процессов, да, делиберативных или вот по-русски, наверное, их правильно называть вот такими процессами какой-то там переработки вот этой информации с задействованием каких-то когнитивных функций, это очень обширный класс, значит, как бы процессов. Здесь у нас и значит, обучение, и после того, как мы что-то выучили, мы должны там, представить эти знания, мы должны уметь планировать. После того, как мы там, построили план, мы должны как-то понимать, как его распределить между там, коалицией, если мы в группе действуем и так далее. То есть, на самом деле вот за, за этим промежуточным так сказать, процессом включается целый спектр проблем, их очень-очень много. Вот. И каждая из них фактически определяет такое, ну, как бы, под направление искусственного интеллекта. Наверное, можно, можно считать так. Да? То есть, вот. И если теперь мы посмотрим, значит, таким, как бы отдалимся, да, то есть возьмем, значит, как бы картинку сверху, то что у нас получается? С одной стороны, у нас есть роботы, да, причем мы понимаем, что много роботов это вообще просто телеуправляемые какие-то машины или какие-то индустриальные роботы, которые действуют просто по какой-то заранее заложенной неадаптивной программе. Как показано здесь, вот на видео снизу это вот такой большой-большой мир роботов. Да? И там возникают свои задачи как этих роботов создать, из каких материалов, как лучше сделать источники питания для них. В общем, очень-очень много всего. С другой стороны, есть вот мир искусственного интеллекта, где изучается поведение интеллектуальных агентов. Причем, опять же, эти агенты могут быть в том числе виртуальные, как показано на картинке, на видео справа внизу. Здесь вот мы видим, тоже там бегают человечки, Синие учатся убегать от красных, то есть они хотят как бы заблокироваться в этом доме, чтобы значит красные их значит, не увиделись. Да? То есть это по-русски называется игра в прятки, по-английски hide-and-seek такая достаточно известная в последнее время тоже значит, проблема. Очень много ей занимаются. Вот. И где-то на пересечении, получается, есть такой как говорят по-английски, sweet spot, такое интересное место, когда, с одной стороны, мы методы искусственного интеллекта заземляем на реальных агентов, то есть на роботов, и получаем вот те самые устройства, тех самых роботов, которые способны в автономном режиме значит, выполнять какие-то сложные задачи, адаптироваться к изменениям в окружающей среде э, и так далее. Да? То есть как бы это нужно себе хорошо понимать и осознавать, что значит, роботы отдельно, искусственный интеллект отдельно, но между ними может быть пересечение. И в принципе, это вот то, что очень интересно сейчас в последнее время активно развивается. Да? Ну и давайте теперь думать, как нам значит, создать этого интеллектуального робота. Ну, например, какого-то, значит, дрон, будем создавать какой-нибудь э, коптер, который в автоматическом режиме э, делает какую-то там видеосъемку, например, то есть не человеком управляет, а, соответственно, значит, вот тот самый искусственный интеллект. Ну, во-первых, сначала мы должны, как бы, этого робота построить как железку. Вот здесь как раз э, эта часть именно тех людей, которые, для которых на первом месте робот. То есть большинство робототехников – это на самом деле люди, которые значит, делают роботов в железном смысле. То есть они продумывают, какая у них должна быть конструкция, какое питание, как все должно быть между собой там соединено, должен ли быть привод колесный, или же это должны быть какие-то там, я не знаю, шагающий робот. В общем, много-много вопросов, связанных именно как бы с железячным таким строительством. Это такой как бы первый шаг, вот такой железный. Второй шаг – это шаг софта, то есть программного обеспечения. И как раз вот здесь вот у нас и заложены методы, алгоритмы значит, искусственного интеллекта. Да? То есть здесь мы Значит, моделируем те самые вот эти вот делиберативные процессы и как-то помещаем их внутрь нашего робота. Получается, ну, по поводу железной части, опять же, не буду как бы тут подробно останавливаться. Это не моя область, опять же, просто скажу, что это отдельное, очень большое направление, и тут очень много вопросов, связанных там с инженерным дизайном, с electrical дизайном, мехатроникой и так далее. Плюс здесь есть такой вопрос, связанный как бы с датчиками, поскольку это очень важно. Датчики – это то, с помощью чего наш робот, как железячный вот агент, будет воспринимать информацию. Да? То есть датчики – это рецепторы робота, это его уши, глаза и так далее. И также нужно выделять у каждого робота, помимо датчиков, которые воспринимают информацию, есть еще актуаторы. Это если проводить аналогию, там, например, с человеком, то актуаторы – это мышцы. То есть вот для того, чтобы я там взял книгу, мне нужно, значит, напрячь какие-то мышцы руки, и, соответственно, эта рука потянется и возьмет книгу. Вот у робота тоже есть такие мышцы, называются актуаторы, но вот у дрона, например, это такие моторчики, электрические, к которым прикреплены вот эти вот лопасти, соответственно, идет электрический сигнал на моторчике, точно так же, как у нас у человека на мышце, и эти моторчики начинают крутиться, робот взлетает. Да? Ну, здесь перечислены какие-то, опять же, датчики, которые нам нужны, чтобы построить вот э, наш беспилотник, наш коптер, не буду подробно на этом останавливаться. Тут и камеры, и лазерные дальномеры и так далее. В общем, тут большое, опять же, непаханное поле для робототехников, которые любят вот собирать значит, этих роботов. А после того, как мы этого робота собрали, все у нас, значит, кнопочку включаем, он, значит, все питание идет, значит, как бы с дистанционного пульта он управляется, то есть человек им может управлять. Теперь мы хотим человека убрать и заменить человека, а, значит, неким программным обеспечением, да. То есть мы хотим взять вот эти методы, алгоритмы, там искусственного интеллекта, воплотить их в виде какого-то программного обеспечения и получить на выходе то, что называется таким специ... ну, узким специализированным термином интеллектуальная система управления, да. То есть это некий софт который у нас э, выполняется где-то на борту этого робота, то есть у нас у робота есть помимо, значит, тела, помимо всех этих датчиков, актуаторов и так далее, есть еще условный такой как бы мозг, то есть компьютер какой-то, и значит внутри этого компьютера выполняется вот эта программа с интеллектуальной системой управления. Как будем ее делать, да? То есть, собственно говоря, как бы что нам нужно? Традиционный подход, который используется достаточно давно и, в принципе, значит, применяется не только в академической среде, но и на практике. То есть, это распространенный подход, это подход, который работает и в лабораториях исследовательских, и в каких-то конкретных приложениях, это как бы модульный подход. Лучше всего этот подход иллюстрирует вот эта картинка, которая здесь слева на слайде. Она, я ее взял из вот этой статьи, которая справа ссылка показана. Здесь вот Яковлев, Кей, это я, там один из авторов. Но смысл не важен. Таких картинок можно в других статьях найти как бы много разных. У них у всех одна общая суть. У нас есть много-много каких-то модулей программных. Это вот здесь вот такие прямоугольнички. Да? А каждый из модулей решает какую-то свою отдельную задачу. Например, задачу планирования маршрута. Здесь вот справа как бы я его показываю. И так далее. Между этими модулями есть определенные связи, то есть есть интерфейсы, эти модули гоняют туда-сюда информацию. Ну, например, есть модуль построения карты. Вот, опять же, я его тут слева показываю. Соответственно, он на выходе дает некую модель мира, то есть карту. И эту карту использует уже, значит, модуль планирования, чтобы построить траекторию. Эту траекторию модуль планирования передает в модуль управления, который уже значит, и вырабатывает соответствующие управляющие сигналы и передает эти управляющие сигналы на актуаторы. Вот мы видим значит, внизу эти актуаторы. А вот эти сенсоры, то есть датчики, они тоже там каким-то образом связаны значит, с нашими отдельными модулями. И обычно эти системы, они э, имеют такой как бы иерархический принцип. То есть вот здесь мы видим трехуровневую архитектуру с тремя такими выделенными уровнями – стратегический, тактический и реактивный. Ну, условно можно считать, что чем выше уровень, тем больше значит, интеллектуальность, что ли, задач, которые на нем решаются. Да? То есть на самом верхнем уровне стратегическим решаются там глобальные вопросы целеполагания, э, планирования, поведения. То есть, грубо говоря, робот э, решает, зачем нам нужно идти куда-то. Да? То есть вот он ставит там, э, например, цель, что как бы понимает, что у него там заканчивается заряд батареи, ему нужно где-то найти значит, док-станцию. Вот он генерирует эту цель, дальше, соответственно, эта цель спускается значит, вниз на уровень планирования там, траектории, мы строим траекторию к этой зарядной станции и так далее. То есть внизу уровень управления – это фактически вот уже там выработка конкретных управляющих воздействий, Сверху такой уровень высокий, там обдумывание, построения планов поведения, но в середине такой как бы уровень, где значит, происходит построение карты, планирование траектории и так далее. Да. Опять же, повторюсь: это не единственный возможный способ собрать систему управления. Их много всяких разных, но. Главное, что их объединяет, это то, что мы разбиваем систему управления на много-много разных модулей. Каждый модуль это какая-то отдельная задача. Ну вот в качестве примера я не смогу, конечно, в рамках нашей презентации из-за ограничений по времени показать там пройтись по всем этим задачам, но покажу какие-то наиболее интересные, которые в том числе решаем мы с коллегами по лаборатории. Ну вот, например, задача одновременного картирования и локализации. А, так называемый слам ⁇ это то, что очень много значит, робототехников делает. А, смысл в том, что у нас, допустим, робот внутри помещения находится, а, у него есть камера, вот слева внизу вы видите то, что видит камера. А, и ему нужно построить карту помещения. Без GPS, -а, вообще без всего, только по камере. И, соответственно, вот эта задача. И, и помимо того, чтобы построить камеру, ой построить карту, надо определить, где он в этой карте находится. Это вот локализация. Ну и вот здесь показано, как: значит, мы строим камеру, и лок... строим карту, простите, и локализуемся в ней по видеопотоку единственной камеры. То есть, здесь, вот, у нас, ну, правда, это не робот, это такой еще значит, это просто фактически тележка, но здесь вот слева наверху виден на этой тележке такой мини-компьютер, это NVIDIA Jetson, если кто знает, такой маленький компьютер, который реально устанавливается на, мобильные, на мобильных роботов. К нему подключена значит, камера, все, вся обработка производится на самом этом NVIDIA Jetson, то есть мы берем картинку, мы восстанавливаем по этой картинке глубину, то есть вот внизу по центру это предсказанная глубина. То есть до каждого пикселя мы предсказываем расстояние. Почему я говорю предсказываем? Потому что мы точно по картинке не можем определить, какое расстояние у нас. И мы используем различные там нейросетевые тоже подходы для того, чтобы это понять. Вообще, это очень сложная задача компьютерной графики определить по картинке расстояние до каждого пикселя, но вот с приходом нейросетей она, в принципе, решается достаточно неплохо. То есть мы видим по центру внизу, что предсказания достаточно понятные и правильные. То есть, здесь, чем пиксель темнее, тем он ближе, чем светлее, тем он дальше. То есть мы видим, что расстояние значит правильные. И потом из этих вот уже пар картинка и расстояние вот эти алгоритмы SLAM сшивают фактически нам такую единую карту. Она показана справа. Вот справа внизу, видите, эта карта такая трехмерная в виде таких кубиков. Здесь цвет каждого кубика – это его высота. То есть кубик красненький – это уровень пола фактически. Ну, зелененький кубик – это наши стены. То есть чем зеленее, тем выше. Ну и в принципе видно, что используя только камеру, как вот здесь показано, мы получаем достаточно, значит, неплохую карту. То есть здесь действительно как бы прослеживаются вот эти коридоры, повороты, и уже по этой карте мы можем планировать. А, ну вот одна из таких задач. Конечно, таких задач очень много, как я сказал. Там не только нужно нанести статические препятствия на эту карту, но нам нужно и какие-то динамические препятствия определить, как вот на картинке слева а, мы определяем, что вот тут помимо статических препятствий домов есть еще движущиеся автомобили, пешеходы и так далее. И тоже в основном сейчас для этой цели используются, конечно же, обучаемые нейросетевые там, модели. Другая задача, как показано вот на значит, видео справа, это задача предсказания движения этих динамических препятствий. То есть мы должны понимать, куда в следующий момент вот эти люди, ну, в данном случае, это люди, куда они пойдут. И так далее. И вот каждая такая задача, это какой-то там модуль в этой нашей системе. Вот, допустим, мы построили вот эту всю значит, модель, карту с динамическими препятствиями, по ней надо планировать. Это уже тоже отдельная задача. Здесь вот показано, как она решается. То есть вот наш роботик, здесь он показан таким вот кружочком оранжевым основываясь на информации вот о других модулях, о том, как движутся другие там препятствия, он, соответственно, понимает, как ему спланировать свою траекторию до цели. Это тоже непростая задача в случае с роботами. Почему? Потому что, ну, во-первых, мы должны учесть ограничения кинематические и динамические, то есть у нас робот не может мгновенно Ускоряться, мгновенно замедляться и так далее, не может резко там поворачиваться, и видите, поэтому мы должны строить такую вот плавненькую траекторию. Вот здесь она серым показана, то есть такую траекторию, которая реально может быть этим роботом исполнена. Вот. Ну и плюс в случае с динамическими препятствиями, нам нужно как-то учитывать э, значит, не только пространственную компоненту, но и временную. То есть, иногда нам выгоднее подождать. Чем обходить. Это тоже нужно учитывать. Вот. То есть, в общем, очень-очень много таких подзадач. И, конечно, тут такие не то, что проблемы, а вызовы, связанные вот с этим модульным подходом, состоят в том, что а, нам нужно вот эти нетривиальные задачи как-то решать. А, то есть каждая задача это как бы, действительно сложная научная проблема. То есть каждый такой квадратик это еще попробую, поди его реши. Но помимо этого нам еще надо как-то придумать, как связи между этими отдельными задачами наладить так, чтобы все вместе давало желаемый результат. В общем, это сложно. И поэтому в последнее время получает распространение другой подход, который говорит о том, что не нужны нам никакие отдельные модули, а мы построим единую вот эту интеллектуальную систему управления, основанную на обучении, да так называемый вот learnable approach. То есть здесь смысл в том, что мы напрямую замкнем наши наблюдения на действия. То есть у нас будут наблюдения, мы их подаем на вход нейронной сети, как здесь показано слева. То есть вот у нас есть какие-то картинки. То, что мы видим сейчас, куда нам надо, подается на вход обучаемой модели. На выходе эта модель говорит, что нам делать. Там, поворачивать налево, например. Ну и здесь вот как бы другая такая гифка, которая как бы в принципе иллюстрирует ту же самую идею. То есть у нас значит есть какой-то э -э тензор, как это правильно сказать, какой-то набор, в общем, наблюдений с датчиков. Э -э и нейронная сеть определяет, что мы должны делать. Поворачивать налево, там, идти вперед э -э и так далее. Для того, чтобы, например, дойти до какой-то цели. То есть сейчас это направление очень активно развивается. Очень много тут разработок, очень много коллективов этим занимается. Опять же, вряд ли я успею значит, про все это рассказать. Да и не нужно это. Я просто хочу подсветить, что ли такие основные, не то, что опять же тоже проблемы, а вызовы, связанные с этим подходом. То есть, во-первых, Здесь у нас достаточно долго по времени происходит вот это обучение. То есть очень часто нам нужно ждать, там, я не знаю, день, два, неделю, пока эта нейросеть чему-то научится, чтобы потом мы запустили ее на каких-то тестовых примерах и поняли, что все плохо, ничего не решается, и нужно брать какую-то другую архитектуру или другие гиперпараметры и обучать заново. То есть Часто это процесс такой мучительный и долгий. Потом есть очень большая проблема в том, что ну, вообще на роботе э, сложно запускать вот такое обучение. Он будет там постоянно в стены тыкаться и сломается рано или поздно, или у него сядет батарейка. И поэтому обычно обучение производят с помощью каких-то симуляторов, э, то есть искусственных каких-то данных. Э, и потом возникает проблема, что нам вот эту обученную систему управления при переносе очень сложно перенести на реальном роботе в том смысле, что вроде в симуляторе это работает, а на реальном роботе почему-то нет и нужно как-то вот адаптировать. И тоже есть отдельное направление исследований, исследований, которое этим занимается. Ну и самая, наверное, такая большая проблема, которая препятствует вот э, применению этому именно на практике, то есть с точки зрения там Науке это все хорошо, здорово, можно экспериментировать и так далее. Но на практике э, это не всегда хорошо, потому что такой подход, вообще говоря, не, не дает никаких гарантий. То есть он э, не дает гарантии того, что мы решим задачу, дойдем до вот, нашей цели, если путь существует. Вот классические алгоритмы планирования, они э, основанные, например, на эвристическим поиске, то, чем я занимаюсь, они такую гарантию дают, а здесь нет. И это пока значит, как бы такая проблема. Ну и у нас остается там, значит, как бы 10 минут до того, как начнется серия каких-то вопросов и ответов. И я хочу ее значит, вот как бы в заключении посвятить вопросам, которые, ну, как бы даже сложно сказать, то есть вот то ли они очень важные в этой области, да, то ли совершенно неважной. Почему? Потому что многие исследователи, они сконцентрированы так на решении вот этих вот действительно сложных технических задач, что просто у них времени не хватает про это задуматься. А с другой стороны, если смотреть как бы на как бы всю эту картину свысока, вообще это достаточно как бы важно начинает казаться. Ну, во-первых, важный такой вопрос, что нам... Очень сложно понять, вот мы вроде как э, сами же себе поставили какие-то критерии, как мы будем считать, э, что такое робот интеллектуальный или нет. А с другой стороны, чисто наблюдая за поведением роботов э, или робота одного, вообще непонятно, а вот он что-то планирует, он чему-то учится. И так далее. Или же в него заложена просто какая-то простейшая программа, и он по ней действует. Вот со стороны это очень часто непонятно. Вот как, например, на этом видео, здесь вы видите несколько таких колесных роботов, толкают какие-то коробки, куда-то их перемещают. Да? Ну, вот, например, здесь такая прямоугольная коробка, и сейчас они подъедут и будут ее толкать влево возникает вопрос, вот они действительно в этот момент что-то планируют, распределяют между собой роли, или они просто действуют по какой-то простой программе, у них там зашито просто иди все время влево и вперед. То есть со стороны это как бы очень сложно понять. Это еще раз отсылка к тому, что когда вы видите какие-то ролики вот на YouTube, где роботы что-то делают, очень сложно разобраться, управляются эти роботы вообще вручную людьми, заложена в них какая-то адаптивная программа, неадаптивная, совершенно непонятно. Так. Следующий вопрос, который тоже очень часто значит, упускают многие разработчики из виду, это вот вопрос, связанный как бы с взаимодействием с человеком и с эмоциями. Здесь вот на этом видео просто показаны значит, такие маленькие роботики, я забыл, как они называются. Это был такой стартап, он уже, к сожалению, по-моему, закрылся, то есть не пошло у них дело. То есть, но ну, у них идея была именно в том, чтобы сделать робота с какими-то эмоциями. То есть видите, он там как-то жмурит глаза, явно проявляет иногда какую-то там, э, демонстрирует, э, что ему там что-то приятно, что-то неприятно и так далее. Давайте куда-нибудь промотаем. Да, вот такой забавный как бы роботик. Ну, действительно, это такое очень интересное направление исследований, которым, ну, как бы, опять же, немного кто занимается в связи с тем, что, ну, и других как бы забот хватает. Тем не менее, на мой взгляд, это тоже, значит, очень, очень интересно, полезно э, и так далее. Э, ну и, конечно же, парадокс э, э, так называемой смертельной долины, по-моему, по-русски так это называется, Uncanny Valley, э, который можно, наверное, сформулировать таким вопросом. Вообще, насколько робот должен быть похож на человека? И в чем здесь смысл? Здесь вот э, справа на... В слайде показан такой график, где по оси Х это степень похожести на человека. То есть слева это совсем не похож, справа это стопроцентный человек. А по оси Y это то, насколько другие люди воспринимают такой объект как что-то хорошее, либо что-то ужасное. И вот смысл в том, что когда у нас есть какой-то робот, как сложная какая-то там машина там робот-манипулятор лязгующий издающий какие-то звуки он очень не похож на человека и мало кому нравится чем ближе мы приближаемся к какому-то такому человекоподобному персонажу чем, тем вроде кажется что должно становиться все лучше и лучше но в какой-то момент вот э, очень многие люди считают что роботы становятся как бы просто пугающе ужасными. Как вот на, на картинке слева показан такой гуманоид с искусственной кожей, с искусственными глазами. И он вроде гораздо ближе к человеку, он гораздо более похож на человека, чем какой-то вот этот железный манипулятор. То есть вроде по этому графику он должен нравиться людям гораздо больше, но многих это просто пугает. И вообще вопрос вот такого взаимодействия, и сосуществование значит, роботов гуманоидного типа и самих людей ⁇ это тоже такой очень интересный вопрос, которому ну, непонятно, как подступаться. Мне, по крайней мере. Все, на этом я бы хотел всех поблагодарить за внимание. Если у вас есть какие-то вопросы, то задавайте. И пока вы про эти вопросы там, значит, как-то думаете и формулируете, хочу сделать такой, как бы, небольшой анонс. Может быть, здесь есть, или кто-то видит нас в записи, слушает. Значит, кто учится в университете? Мы с коллегами по Российской ассоциации искусственного интеллекта этим летом делаем летнюю школу по искусственному интеллекту, которая будет в Сириусе, в Сочи, она бесплатная. И там в рамках этой школы тоже есть направление про, значит, про роботов. То есть кому интересно, заполняйте анкету вот на этом сайте, подавайтесь, будет интересно. Так, ну теперь точно. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, то самое время их задать. Лучше всего микро, значит в микро, микрофон, но чат тоже подойдет. Вот я вижу вопрос, какое ПО вы используете для обучения ИИ? Так, так ПО – это программное обеспечение, обучение имеется в виду для… Если мы разрабатываем методы машинного обучения. Смотрите, тут ответ такой, давайте я издалека начну. Вообще в робототехнике принято использовать, например, такой язык программирования, как C++. Почему? Потому что очень часто приходится иметь дело с железками – а на железках вот языки как C или C++ очень хорошо, ну, как говорят, молодежь заходит. Вот. Значит, поэтому можно отталкиваться от этого. Соответственно, те какие-то библиотеки, которые для машинного обучения есть и которые поддерживают C++, значит, вот они очень часто используются. С другой стороны... Очень часто есть и такая история, что все, что связано с машинным обучением, делается стандартным для людей, которые занимаются этой профессией, способом. То есть активно используется язык программирования Python, какие-то готовые там, библиотеки типа PyTorch, там, TensorFlow и так далее модель обучается именно с помощью этих библиотек, а потом, когда уже веса модели установлены, она просто переносится фактически на C ⁇ и на живом роботе работает. То есть мы вот так делали с... на том видео, которое я показывал про наш метод одновременного картирования и локализации, там было сделано именно так. То есть весь софт, который у нас там выполнялся, он был на сях, но обучались мы, я уже не помню на чем, но по-моему, по-моему, не на сях. Так, еще вопрос от Камиля, на кого какой уровень знаний должен быть? Я не совсем понимаю этот вопрос, Камиль, можешь уточнить? Уровень знаний должен быть для чего? Для того, чтобы э, заниматься вот методами, алгоритмами для создании интеллектуальных роботов. Если так, то, соответственно, у нас в команде есть люди, которые, начиная там со второго курса института, уже вовлечены вот, в исследования в этой области и что-то делают. То есть я бы сказал так, что обычно, то есть начинать можно когда угодно, значит, обычно люди начинают собирать каких-то роботов там вообще в детстве глубоком, но для того чтобы значит, делать что-то серьезное, наверное, все-таки нужен какой-то университетский уровень. А, либо мне подсказывают события про летнюю школу. Это для студентов. Это для студентов, соответственно. То есть, если вы студент, если вы знаете в базовом объеме там, математику, высшую матанализ линейную алгебру, мат статистику и так далее, то да. О, спасибо. Значит, значит, с помощью подсказки я, наверное, ответил на этот вопрос. используют ли э, C-Sharp для создания роботов? Мне кажется, что используют все, что угодно, правда? То есть вот коллективов, которые как-то исследуют, что-то делают для роботов, очень много, и я уверен, что найти можно все, что угодно. Поэтому здесь ответ на такой вопрос ⁇ да. Широко ли это распространенная практика? Вот здесь я точно могу сказать, что нет. Ну, почему? Потому что, опять же, я с достаточно многими коллективами общаюсь, и, как я сказал, все-таки, значит, такой основной рабочий язык программирования – это C, C++, потому что вот для различных железок, то есть робот – это, как мы вначале посмотрели, такая сложная железная конструкция, там много каких-то датчиков, актуаторов, маленьких этих компьютерах, компьютеров, вычислителей, на них, на всех стоят какие-то непонятные процессоры, то есть не часто не просто какие-то распространенные там интелы или армы, а вообще что-то такое очень узкое и поэтому значит вот для этих вещей CC++ очень хорошо заходит, но в принципе вам как бы ничто не мешает сделать Робота на C# -шарпе. Константин, большое спасибо. Если больше вопросов нет, то, наверное, мы тогда будем заканчивать. Точно ли нет больше вопросов? Кажется, что нет. Тогда спасибо большое. Интересную лекцию. И... Да, спасибо всем успехов.